Я набираю новый поток ораторского искусства, и этот поток будет иметь некоторые методические особенности по сравнению с предыдущими. Ну, во-первых, основной упор будет сделан на развитие личного бренда, на видеоблогинг, на написание статей, роликов и интервью. То есть для того, чтобы личный бренд посеять и показать, нужно показать проявление спикера, который стремится укрепить, усилить свой личный бренд. То есть мы будем писать несколько роликов в режиме «говорящая голова», начиная от самопрезентации и заканчивая целями и продуктом, который представляет человек-бренд. Мы будем писать интервью вживую и онлайн на самые разные темы, репетируя будущие ваши приходы, например, на утренние эфиры телеканалов, региональных или федеральных. Мы будем писать статьи по вашим продуктам, и мы будем формировать стратегию продвижения вашего личного бренда. Естественно, внутри всего этого процесса будут запакованы все теоретические материалы по построению монологов, по написанию статей, по написанию справок, любых других письменных и устных документов. И по выходу из этого курса вы почувствуете в себе ощущение, что весь мир у ваших ног, и с медийной точки зрения вы можете сделать многое. С точки зрения подачи себя, с точки зрения повышения своего финансового потолка и с точки зрения достижения результатов, о которых до курса вы даже не мечтали. Ссылка на группу мастер-класса, который предшествует набору группы, в подписи к этому видео.